Вчерашний день весело. Проверять или не проверять? Вот в чем вопрос, а расскажет подробнее Кристина. Ну, смотря что, во-первых, проверять, не проверять. Проверять-то можно, а вот телефон нельзя. Сейчас тест на ковид, как минимум. Да, кайдисто нумотрив, pentru care te îndoiești de partenerul tău, atunci această situație ar trebui rezolvată cât mai repede. Dar, de ce nu trebuie și trebuie, mai bine zis, să eviți verificarea telefonului partenerului? Specialiștii spun că este vorba despre un abuz de încredere. În loc să verifici pe ascuns telefonul partenerului, cel mai bine ar fi să vorbești cu el deschis despre ceea ce te frământă, că până la urmă nici el, nici tu nu putem citi gândul a unul altuia. Comunicarea în cuplu duce la sporirea încrederii și rezolvarea eficientă a anumitor probleme aparentă fără ieșire. Și nu uita că ceea ce vezi nu este întotdeauna adecvat. Textele, emoticoanele pot fi interpretate în moduri diferite și adeseori aceste interpretări subiective pot distruge chiar o relație bună. Sigur că pot distruge. Я, кстати, вспомнил самую замечательную переписку между Милым и Милой. Витя, мне тут столько денег надо на эпиляцию, маникюр, педикюр, милирование. Витя отвечает: а вот мне как-то повезло, я сразу красиво родился. Ну вот, на самом деле, в плане доверия очень тоже есть история. Ой, какая песня. Давай просто послушаем ее, тоже думаю, да. В плане доверия у меня один знакомый, он, ну, естественно, вступил в отношения, и там девушка проверяла его телефон постоянно, поэтому он решил всех перехитрить. Он очистил все переписки в Инстаграме, но, естественно, все закончилось плохо, потому что девушка ему написала после того, как он очистил переписку: а теперь давай ты фотку скидывай. Ну, то есть, вряд ли это может быть первым сообщением: а теперь давай ты. А теперь ты мне, да. Может быть так, mai ingenios fata încerca să scrie băiatului. Eu sunt împotrivă, absolut, 100%. Nici eu nu verific telefoanele, buzunarele. Nici mie să nu mi se verifice. Trebuie. Eu consider că trebuie să fie lăsat acel loc liber, spațiu, personal. Un fel de intimitate pentru fiecare, adevărat, ceea ce spui tu. На эту тему мне понравилась шутка, напоследок расскажу, у комика российского Андрея Бебуришвили. Он сказал: почему девушкам не надо смотреть в телефон парня? Почему? Девушки, потому что там записаны список всех подарков, которые мы хотим вам сделать, чтобы вы не портите сюрприз. Вот хитрый, вот замечательно. Începe ziua vesel.